для того, чтобы попасть в прошлое в школе, не нужна какая-то особенная машина времени. Достаточно всего лишь посмотреть на наших младших братишек и сестренок, и мы узнаем себя. Сегодня волнуемся не только мы, но и наши младшие братишки и сестренки. И сегодня они подготовили для нас напутственные слова. Встречаем! Год прошел уже с тех пор, как вели вы разговор, с уроком первым поздравляя, нам напутствие давая. С окончанием поздравить вас сегодня мы пришли, поддержать вас и прославить, время мы с утра нашли. Что же, год немалый срок, вот последний ваш урок. Прозвенит звонок веселый, и проститесь вы за школу навсегда. Ну а сейчас поздравления для вас. Вы за столько лет учебы стали умными, еще бы. Столько ручек исписали и лесов срисовали. Сколько сделали шпаргалок и рогаток и стрелялок. Столько лака для ногтей, чтобы выглядеть взрослее. Вывод первый сделать нужно. Главное – друзья и дружба. Где сдружился класс веселый? В общем доме, в нашей школе. Где вы знания получили? В нашем доме, в школе милой. Где вас будут долго помнить? В нашей милой, светлой школе. Ну когда ж таким я буду? Сколько ж можно еще ждать? 8 лет пройдет покуда, я могу таким же стать. Я хочу с такой прической, на таких вот каблуках, чтобы быть красивой, умной, броской, чтобы все сказали «ах». Вот ботинки, так ботинки, 45-й, не шути, как скорее хоть в половинку, мне ребята подрасти. Много лет вы приходили к школьному порогу, трудовато приходилось вашим педагогам. Пожелаем вам удачи, хорошо экзамен сдать. Без обид, без бед, без плача. На 4 и на 5. А профессий в жизни много, есть для каждого дела. Вам желаем, чтоб дорога интересную была. Чтоб стали вы большими, интересными людьми. Отпусти скорее школу, жизнь в ряды свои прими. Мы изучим все предметы и узнаем все ответы. Мы тоже получим награду за предметные олимпиады. В учебе, труде, физкультуре и спорте мы скоро оконим все ваши рекорды. Во всех делах на праздниках в школе мы будем играть только главные роли. В надежных руках!